Летчик должен летать. Тут все просто и ясно. На себя значит вверх, а к себя значит вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не блажь, и не чей-то каприз. Сварщик должен варить, кто-то должен шить тапки. Если вор своровал, сыщик должен искать. Лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки. Техник должен технить, а летчик должен летать. Не копать, не стрелять, не размазывать масло по холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать в ясный день и в ненастный, и еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочить, кто-то словом на дело его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен был бы считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрекнет. Каждый делом своим должен, мол, заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать по возможности классно, и тогда будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз.